меня руки, ноги спутаны. Больше ничего, да? Нет, пока. Защищаем физический биоробот защитным потоком чистых энергий Абсолюта. Берем Эльзу в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Эльзы поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Эльзу. Интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. У нее не только руки, ноги. У нее она арахноид, да. Это сетки. Вера, я тебя очень плохо слышу. Вернее, я слышу, но звук так и прерывается. Еще раз повтори. Что у нее видно? Она в паутине арахноида. Она в паутине арахноида? Да. А не сжечь ли нам сегодня арахноида за такую паутину, а? Руки и ноги связаны, ты сказала, да? Но они были там, видно, только руки-ноги были, но сейчас... тела вижу. Они. И это все от арахноида? Но есть, пока вижу только паутину. Мне разрезать ее или оставим на скен? Можно разрезать. Хорошо, освобождаю. Влад, освободи руки и ноги. Эти веревки отправляются в клетку-тюрьму. У нее все тела, она больше как кокон. Ты сейчас разрезаешь все это. Разрезаю этот кокон полностью, весь кокон отправляется в клетку-тюрьму. Готово. Отправляю в клетки тюрьмы. Выстраивай канал от этого кокона 1, 2, 3, притягивай арахноида и всех ответственных. Его выкинуло и сделал. И арахноид получает удар 50 тысяч герц. И это только начало арахноида. У него из задницы торчат эти... Что? Паутины эти. Так засунуть ему назад и что, я не понял? Или... Нет, он был в процессе работы, когда его выкинули. А, вот как, хорошо. Не понял, как он вообще очутился. Хорошо, отлично. Хорошо, арахноид. Сегодня ты многое поймешь. Сегодня ты ответишь за этот кокон, который ты делал. И я посмотрю, сколько ты вреда принес человеку. За это будешь отвечать сегодня. Я даю, мы приветствуем Эльзу еще раз. Она дает согласие на очистку. Дает, да. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство. Над головой Эльзы, под ногами тонких тел Эльзы находит все. Не демон. Хорошо. Арахноид демон. Он не один там. Джинн у нее точно есть. А что, не проявился? Он проявился. Подожди, еще кто-то нижний есть. Инкуб. Демон, инкуб, Джинн. Все правильно. Еще космических не хватает. Есть, да. Репт есть. И Грей, да? Двое. 2 Грея. Хорошо. 6 каналов. Итак, арахноид, демон. Считай герцовку демона над головой. 12. Считай цифру Джинна над головой. 70, 21. Еще раз 7. 0, 2, 1. 7, 0, 2, 1. Хорошо, инкуб, рептилоид и 2 Грея. Хорошо. Все знают, где они находятся. Сразу переходим к реверсу энергии. Я даю команду тонкой копии Эльзы спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенную низкоэбрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ, пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Эльзе, энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней, все, что она получила от них или могла получить от них, возвращается к ним. Так, арахноид, как долго ты находился в этом биополе? 12 лет. 12 лет, вот это ты такой кокон, 13 даже лет, и такой кокон ты сделал, по вредности, по пакости, по-моему, здесь всех произошел. Демон, как долго ты находился в биополе Эльзы? 15. 15 лет, на что зашел? А разное было, уже не помню. А почему остался? А разное продолжалось. Если ты не помнишь, тебе освежить память? Он говорит, не груби мне. Демон, я с тобой... Мне все равно, как ты со мной разговариваешь. Я тебе задал вопрос. Ты находишься в клетке-тюрьме. ты находишься на чистке. Если ты не будешь отвечать мне на мои вопросы, я тебя скину в галактическое ядро. Тебе это достаточно понятно? Я отвечаю на вопрос. Итак, отвечая на вопрос, на какую частоту ты зашел, что это было? Какой-то порог был. Не помнит он, да я тебе память быстро освежу. Ты посмотри, развелось. Он говорит, что я зашел на свою частоту. Какая и это? Твое развелось, обижает меня. Какая твоя чистота? Я тебя третий и последний раз спрашиваю. Ты можешь мне называть этот грех или нет? Или что это за порог был? Много у нее всего. Демон, у меня заканчивается терпение. Перечисляй это много. Сейчас сформулирую. Кроме пороков, у нее есть депрессия, слезы, боль. Жалость к себе и еще эгоизм. Всегда права. Ну, теперь мне понятно. А теперь о пороках давай. Основные назови. Основной не умеет слушать. Хорошо, это твоя чистота. Думает, что все, что она делает, так и должно быть. Угу. Так и правильно. То есть других мнений она не принимает во внимание, правильно это? Другие мнения. Нет. Хорошо, демон. Второй вопрос. Есть лярвы в ее биополе? Да, есть. Поясница слабая. Лярвы там жирные. Еще где? Горло. Скажи, а почему на горле? От того, что она говорит? Доказывает свое. И от этого лярва даже произошло? Значит, сильно доказывала кому-то, да? Только одно направление видит, прямо смотрит и думает, так и есть. Хорошо. Ты хочешь меня спросить после того, как подойдет твоя очередь, можешь ли ты забрать эти лярвы или нет? Я бы забрал. Хорошо, я тебе их отдам. И отдельной команды, когда ты вытащишь всю, когда придет команда. Каналы пустые. Хорошо. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса Эльза забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. 1, 2, 3. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Эльза себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Джинн, как долго ты находился в биополе? 5 лет. С какой вещи ты пришел? Понравилась мне она, у нее мужской стиль, что-то из одежды купленная. То есть ты перескочил с этой вещи, тебя внесли в дом, да? Нет, на нее. А, ты прям на нее вошел. Одежда. Хорошо. Хорошо, как вы зарабатывали вместе деньги, расскажи мне. Чтобы зарабатывать, надо потратить. Так она тратила деньги или как? Да. Понятно. И все, что она тратила, кто получал? Джинн. Моя энергия. Конечно. Хорошо. Так, то есть ты ее подбивал, чтобы она деньги тратила, да? Интересно. Создавал. Создавал условия. Куда их тратить? А, вот как. Хорошо. И сколько процентов из 100 было бессмысленной траты денег, на твой взгляд, для нее? Для тебя все имело смысл? Не понял вопрос. Нет бессмысленной траты денег. Если бы она эти деньги не тратила, она могла себе больше позволить и какие-то определенные вещи или какие-то услуги себе приобрести. Когда она потратила их бессмысленно, она уже не сможет эти деньги потратить на какие-то важные дела. Ты ее подбивал к постоянной трате денег. Вот я и спрашиваю, сколько процентов денег из 100% ты у нее забирал? Ты не понял. Я создавал условия, где нужно тратить деньги. Да. Это не бессмысленно. Это постоянный расход. А, вот как. Хорошо. Жалко, конечно, что она столько денег потратила, но уже ничего не сделаешь. Хорошо. Реверс идет, Вера? Закончился. Отлично, хорошо. Так, Инкуб, сколько ты находишься в биополе? Что он чахлый какой-то сейчас, подожди. Что такой чахлый, Инкуб? Переработал? А, старичок. 17 лет. 17 лет ты с ней. Ты уже состарился там, понятно, хорошо. Значит, он даже пришел раньше демона, получается. Хорошо, рептилоид с Греями. Сколько вы находитесь в биополе? 4 года. Что установили? Конструкции типа голограммы. Хорошо, какая была цель этой голограммы конструкции? Какая цель эксперимента была? Всачивалась туда эмоциональная энергия. Эмоциональная она. Она эмоциональная. Эмоциональная составляет потенциальный интерес для космических и низковибрационных миров, так как они выбрасывают слишком много энергии. Не так ли, Грей? Так скапливалась она, наша конструкция. Понятно. То есть вы увидели источник энергии, который течет, плескается в разные стороны, никому не нужен, и решили прибрать это к своим рукам. Я правильно понимаю? Видно, была энергия, да. Осознанность есть? Защиты какие-то были у нее? Мне не хватает сил на защиты. Понятно. Вся ее осознанность в том, что кто-то виноват вокруг нее. Это тот момент, когда Эльза мне нечего сказать интерферентам, они каждый пришел на низкие какие-то вибрации. И эти вибрации вы сгенерировали сами, к сожалению. Поэтому энергии свои вы не защищаете, и они видят в вас просто корм для себя, питаясь вашими энергиями, которые вы не контролируете. Контроль энергии – это контроль над эмоциями. И все остальное связанное. Хорошо, мы установили причины. Начнем тогда с процедуры вытаскивания всего. Я прошу рептилоид, скажи, Грэм, пусть выходит, вытаскивает все, что они установили, отключается полностью, возвращается в клетку и докладывает о готовности проверки. Проверка будет проводиться несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то забудет или оставит, или не вытащит, он просто в этой клетке сгорит. Такое случалось неоднократно. Не хочу, чтобы такое случилось, поэтому предупреждаю. Вытаскивайте все, не обманывайте, приступайте. И, в общем, как плата стоит впереди, и от нее идут такие провода с присосками, как энцефалограмма, или как-то называется так, подключки тут в голове, как присосочками приделаны. И все, что происходит в голове у нее, то есть у нас сочится вот в эту голограмму, собирается в ней. Как плата, она голограмма такая. Сняли они. Хорошо, выстраиваю канал от Эльзы к этой голограмме. Греев 1, 2, 3, реверсом забираю. Реверсом пошли назад. Мысли ее вернулись. Больше ничего. Мысли вернулись. Хорошо. Так, Инкуб, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил, снимай все свои ошейники, корсеты. Готово. Хорошо. Джинну выходить не надо. Джинн, всю свою пыльцу собирай, отключайся, все, что у тебя есть, все, что ты оставил в ее биополе, вытаскивай все. Приступай. Руки и ноги у него. Руки и ноги. Все вытянул. Хорошо, считай у него герцоги. Я спрошу у Джина. Джин, какая у тебя герцовка? Сколько герц у тебя? 13. 13 герц, значит, ты даже чуть повыше герцовкой, чем демон. Хорошо, демон, прошу тебя выйти. Вера, поправь микрофон, тебя постоянно отходит, я тебя очень плохо слышу. Итак, демон, выходи, пожалуйста, вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. Назад не возвращайся, доложи мне прямо оттуда, что ты все снял. Все снял. Хорошо, демон, я разрешаю тебе забрать все лярвы, которые находятся в ее биополе. Приступай. Лярва не из живота. Да. Спина. Ну, там у него боли были. Готово. Все снял. Хорошо, арахноид. Давай всю свою паутину вытаскивай, если что-то еще осталось. В твоих интересах ничего не забудь. Приступай. Он говорит, что ты все разрезал и снял. Нету больше ничего. А жидкости не осталось никакой? Иголок не осталось? Побежал проверять. Я бы рекомендовал ему. Отсасывается головы. Вот. Готов. Хорошо. Даю Эльзе команду на рассинхронизацию. 2, 3. Пошла рассинхронизация. Готово. Отлично. Хорошо. Я даю команду скэнеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Пошла контрольная проверка. Чисто. Подхожу к Эльзе, кладу руки на плечи и помогаю ей, моей энергии, сделать импульс высокой вибрационного шока удара и начать 3 отсечь от себя все негативно воздействующие на ее жизнь, здоровье и биополе каналы. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы к интерферентам. Открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Каналы уходят на переработку. Закрываем, опечатаем, растворяем. Есть. Хорошо, все прошли, буду отпускать. Первый раз отпускаю, второй раз наказываю. Рептилоид с Греем, больше не приходите в это биополе. Вам понятно? Да. Хорошо, еще один вопрос. Кто из вас присутствует в квартире, кроме арахноида? Или арахноид не присутствует? Арахноид не присутствует, присутствует рептилоид Грей. Хорошо, рептилоид с Греями. У меня сегодня нет заказа на чистку квартиры. Но если он поступит, я через 10 минут буду в квартире. Если я вас там найду с вашими установками, я сожгу все, что я там найду. Вы ничего с собой не... Небес тоже там. Хорошо, небес, демон. Демон, да. Хорошо, значит, я тогда обращаюсь к демону, Джину, рептилоидам и Греям. В ваших интересах, пока меня там нет, все забрать и уйти из этой квартиры. Всем понятно? Всем понятно. Хорошо, Джин, мне не надо объяснять, что если ты меня обманешь, я и челму твою, и сосуд заберу, и с деньгами заберу сосуд. Он говорит, мне тоже не надо объяснять. Я тоже считаю, что тебе не надо это объяснять второй раз. Хорошо, открывается наверху портал на чистоте рептилоида и второй портал на чистоте Грея. Грей уходит в свой портал, забирает все, что они с собой принесли, рептилоид уходит в свой портал. Закрываем, опечатываем, растворяем оба портала. Готово. Инкуб готов уходить на пенсию? Готов. Хорошо, открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо, Джин готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина. 1, 2, 3. Джин забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрываем, печатаем, растворяем. Готов. Демон готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готов. Арахноид готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. И арахноид уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Эльза, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно себя чувствую. Столько энергии во мне разных цветов. Я должна все прочувствовать. Хорошо. Увидеть и понять, для чего они мне. У вас много работы предстоит. Хорошо. Будем возвращать вас назад, ваш биоробот, чтобы все эти энергии перешли и на физический план. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Эльзы в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой зеленке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Все энергии переходят на физический план. Готово. И отключаемся от объекта и поднимаемся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.